Thank you.
Спасибо. Я надеюсь, что люди не поделятся на две категории. На тех, кто пришел на концерт, и на тех, кто пришел на лекцию. Это концерт-лекция. Называется «Про микробов». А только что вы послушали композицию, которая называется «Токи». Это сродни микробам. Те, кто знают, те подтвердят мои слова. Ну, а мы продолжим дальше. Не пугайтесь только. Я надеюсь, вы уже посмотрели выставку, которая здесь на входе в зал. Это выставка продажа, как вы поняли. Все эти картины можно купить. Можно сразу все, если вдруг будет такой желающий. А это выставка художника Марии Сосновской. Ну, вы с ней потом еще встретитесь. Чуть попозже. Смешно? Мне тоже смешно. Говорите громче, я не слышу. Говорите ярче, я не вижу. Говорите гуще, я не шижу. Говорите суше, я не лучше. Говорите лучше, я не хуже. Говорите горше, я не слаще. Говорите тверже, я не мягче. Говорите больше, я не меньше. Говорите толще, я не тоньше. Говорите чаще, я не роща. Говорите молча. Говорите громче, я не слышу. Говорите ярче, я не вижу. Говорите гуще, я не шижу. Говорите суше, я не лучше. Говорите лучше, я не хуже. Говорите горше, я не слаще. Говорите тверже, я не мягче. Говорите... замечательная гид-бригада. Следом мы поедем в Белый Яр. Сегодня в Сосновый Бор. В Сосновый Бор? Да мы же как раз оттуда. Что ты, деточка? В общем, вот. Сейчас когда я говорю, что моя гид-бригада, я не вру нисколько. Если кто-то из вас знает, что это такое, и может быть это, мы привезли вам все. Песни, лекцию, еще лекция только началась, и кино.
Чугуняка. 10 считалок. Первая. Мамкина. Бойся, детка, чугуняки. Чугуняки окаянной. Громоздится чугуняка в чугунякином углу. Опасайся, моя детка, не послушаешься мамы. Зачугунит чугуняка взгромоздится и... Конец. Вторая. Точкина. Брось ты, мама. Чугуняка — это враги, между прочим. Мне 15, я подросток. Сохнут мальчики по мне. Если даже подвернется чугуняка среди ночи, даже если взгромоздится, не отдамся и... Конец! Третья. Чугунякина. Что мне делать, чугунякин? Чугуняки окаянный. Кто поможет чугуняке в чугунякиной беде? Не эмально я снаружи, не глубоко я, как ванна. Вся чугунна, чугуняка, и снаружи, и внутри. Четвертое. Папашкина. Злодейская. Цыц, милашка, только пикни, только вякни, в раз прикончу, искалечу, сердце вырву, всю изрезу, изведу. Не боишься, чугуняки, приключений ищешь ночью, а мамаша говорила взгромоздиться и... Конец. Пятая. Обывательская, гневная. Сколько может чугуняка нас чугунить и тиранить? Долго будет чугуняка город в ужасе держать? Наши дочки жить боятся, а по улице гуляет призрак ночи чугуняка, как хозяин и герой. Шестая. Чугунякина. Что мне делать? Чугуняки, чугуняки окаянной. Не могу быть не чугунной, не умею быть другой. Все боятся чугуняки, как чумы, как звери-чуки. Не боятся чугуняки, только тени и луна. Седьмая. Милицейская. На месте, чугуняка, руки к стенке, чугуняка, продырявлю без помехи окаянные мозги. Не на шутку разгулялась на свободе ты, однако, не получишь небо в клетку, переплавят и... Конец! Восьмая. Судейская. Принимая во внимание окаянность чугуняки в совершенных преступлениях, хладнокровность и расчет, высшие меры наказания наказуем чугуняку по статье по уголовной за насилие и разбой. Девятое. Чугунякина. Что мне делать, чугуняки? Чугуняки окаянный, не умеет притворяться и чугунная душа. Ваша совесть громоздилась в моем теле постоянно. Возвращаю по заслугам тяжким грузом чугуном. Десятое. Авторская. Вот и нету чугуняки. Не осталось окаянной. Взгромоздилась чугуняка, поименно разошлась. Кто
Кто-то больше, кто-то меньше. Чугуном стоял подавлен. Весь чугунный оказался. И насильник, и маньяк. Концерт-лекцию. Юра, надо вот... Посвященную Дню космонавтиков. Праздник, который празднует, кстати, и в Сосновом Бору тоже. Кто там помянул по Сосновому Бору? Потому что в Сосновом Бору, между прочим, празднуют два раза в год праздник. 28 мая на День пограничника. И 12 апреля, на День космонавтиков. Потому что это оба праздника, они такие. Thank you.
завистливым задом расшатывать мой таблоид. И водки мне вашей не надо, пить водку желания нет. Быть умницей, если хотите, оденьтесь и выйдите вон. Вообще я гостей не любитель, быть может вы чей-то шпион. Наемный, быть может убийца, колдун, ФСБшник, маньяк. Мутант 25-летий, а это мой дом как-никак. Не надо шатать табурета, сломается он невзначай. По-тихому жуйте конфету и пейте по-тихому чай. Thank you.
точки должны быть перпендикулярны. Павлик. Это было, когда ловили улиток в первый снежный день. Шел снег. Прятались улитки. Из-под земли их выгоняли червяки. Им самим тесно было. Шел снег. И не было видно солнца. Вася вязал варежки. И все смотрел, как падает снег. За Вася? Это Вася был, он был человеком, у которого дома стояло пианино. И на нем играли тараканы. Варежки Вася вязал для тараканов. Дело в том, что Вася очень хотел поиграть с кем-нибудь в снежки. А рядом были только тараканы. Вася довязал варежки, поиграл в снежки с тараканами,
Вася вырос большим и стал ветеринаром. А тараканы вместе с улитками завоевали галактику в 3048 году. Концепт-лекция продолжается. Вы не забыли, что концерт-лекция в одном отделении не два часа, как раньше, чуть поменьше, потому что мы помним большую проблему с туалетом у людей. Они перед концертами в туалет не умеют ходить, они ждут до последнего.
зелено-голубых, лысых, кучерявых и прямых. Никаких ни этих, ни других. Не хочу китайскую лапшу, героин кашиши ношу, всякие фэншуй и ушу. Не хочу, не буду, не прошу. Спасибо, да, доктор, да, спасибо, да, доктор, да, спасибо, да, принял, 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 принял. Принял, доктор, да, принял. Да, конечно, да, доктор, да, да, мне лучше, да, доктор, да, мне лучше, лучше, да, мне лучше, лучше, да, мне лучше. Мне лучше, да, спасибо, да, 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 конечно, да, 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 конечно, да. Да, лучше, 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 да, конечно, да, 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 свидания, доктор, да, да, да. Да, 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 конечно, да, конечно, да, 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 конечно, доктор, да, да, спасибо, да, спасибо, да, спасибо, да, да, доктор, да, 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 доктор, да, конечно, да, да, спасибо, да, 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 спасибо, да, доктор, да, конечно, да, 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 да. Мечей закрыт на колому, каждому дебилу по уму, ничего не делать никому. Выключите кто-нибудь меня, выключите кто-нибудь меня, выключите кто-нибудь меня.
За отдельную плату скопируем. Здравствуй, Родина, это я, кланяюсь, жаба-царевна. Они думают, что это корона на голове, а это твой каблук. Ради бога, бога, ради, у режима нет правил. Почему мы стоим, а они едут? Потому что мы бестолковые, мы ряженые. Мы едем, Родина, здравствуй, говорит, бога нет. А я верю, ни психу не обрала, на какой песне по лопатам. Угони меня в голову, а здесь уже сам справляйся, чья мама. Она тебе бред передает, тебе бред, ответ Саша, ржется. Я дурак, холодно, а где твои рукавички, пальцы свои береги. Это они бананы жуют, а у нас грибы. Смотри, где кукуря, где ты сейчас, куда пошла красная шапочка, представляю. Потом мне уже пора, вижу на вас, на ночь щеки улечу. Мать, выпить своего ребенка поздно ночью, иначе психики будет нанесен непоправимый вред. У тебя есть еще там, значит, как надо, я думала, ты моя очень поставила. Всем надоело работать, все склоняются, что не поняли, что надо начинать иначе. Да я в холодильнике живу, иногда вот покурить выхожу. На праздник я мам, нос красный, тарелка под потолком. Ну, подходит человек, у тебя все это. Отношения к луне. Эти дырочки, ты мама, я бабушка, меня
темной сиротой, потом кто-то стоит. Потом одно исчезает, потом постепенно тоже. Там не в основном зале, а прямо по коридору. Ты брала конфеты на столе? У меня никогда в ассоциативном ряду не стоял глагол слушать по отношению к уне. Эти пирожки пекла моя бабушка, меняется. А я-то думал, зачем ей все это? Я подхожу к нему, говорю, вот вам, дворник нужен, стоит. Вот значит, надо вести отсюда до сюда и всего-то. Да я с утра, говорю, театром занимаюсь. Разорали шкуры, а там что? Ты меня слышишь? Ну вот видишь, нет, подожди, у нее вчера Thank you.
Сосновская. Глеб Успенский. Это был концерт-лекция про микробов.
нашего трендема, нашего замечательной агитбригады. Спасибо, что вы потерпели. Я надеюсь, что что-то интересное мы вам сегодня рассказали. С днем космонавтиков, вас с днем микробов. И, кстати, о картинах. Они действительно продаются. И тот, кто захочет первый это сделать, должен быстро-быстро подбежать либо там к Оле, администратору, или к Маше, сказать: вот это я покупаю, быстро все. Сколько пересчитайте. Спасибо вам большое. Всегда чем-то недоволен. Ну что такое? Почему доволен? Вот так говорит, с этого надо начинать. Глеб, мне так понравилось, но вот что бы... Что ты хотел говорить? Почему вот, когда начались, вот когда началось кино, микробы там ничего не показывало. А тебе надо было взять отсюда, вот так подойти и смотреть. Ты что ж не догадался? Не видно просто было, микробы. Это же микрос-макросъемка. Ну ты даешь.